же. На нее мы придумали только же. Всем привет! И вы на канале Лили Слава энд Ко. Сегодня у нас челлендж. Составляем упражнение по алфавиту. Поехали! И как вы знаете, первая буква алфавита А. А. Акробатика. И это у нас бочка. Следующая буква алфавита Б. На эту букву мы придумали бег, а то есть танцевальную дорожку. Следующая буква В. Вертолет. Г. Гимнастика. И на эту букву мы придумали делать итальянское фуэте. Гимнастическое равновесие. Д. Драма. И следующая буква алфавита Е. Енотики. Следующая буква алфавита Ё. И на нее мы смогли придумать только бабку-ёшку. Раз у нас пошла такая танцевальная дорожка, то следующая буква Ж. На нее мы придумали только живот. Смотрите. Мы решили добавить в наше упражнение элемент З. Заднее планше. Следующая буква у нас И. Идея, идеальный прыжок. Следующая буква алфавита И краткая. На эту букву мы придумали только слово йога. И на нее мы будем делать кольцо. Это будет, кстати, поворот. Если Настя сделает. Буква Л. На нее мы смогли придумать только лебедь. Это, кстати, равновесие. Мостик. Правда, у нас он будет необычный. Буква Н. Ноги. Буква О. Орел. Следующая буква П. Прыжок. Буква Р. Растяжка. Буква С. Стяжка. Буква Т. Танцулька или танцевальная дорожка. Дальше идет буква У. У нас это просто обычное упражнение. Буква Ф. Фуэте. Т. Ходьба. Буква С. Циркуль. Это поворот. Буква Ч. Червячок. Ша. Шпагат. Но у нас боковое равновесие в шпагат. Ну или в перешпагат. Ща, щука, у нас щучка. Мы убрали буквы, твердый знак, мягкий знак, и просто на них нету никаких элементов. Гимнастических движений. Элемент, у нас поворот планше. Следующая буква Ю, юла. Последняя буква Я. Я закончила. И сейчас мы соберем вместе все упражнение, и кто-то один покажет его. Посмотрим, что получилось. Да.
Сейчас мы выберем считалочкой, кто из нас четверых будет показывать упражнение. Просто мы не можем решиться. Лера забывает или Лера становится этой? Лера становится. В итоге упражнение у нас будет показывать Лера. Получилось прикольным и необычным. Да! А если под этим роликом наберется 10 тысяч лайков, то мы выложим видео про слаймы. Ставьте лайки и подписывайтесь на каналы. Всем пока-пока!